И грянул гром. Сценарий Рэя Брэдбери, в главной роли Гил Мартин, Джон Бах, режиссер Коста Боутс. Дуглас Китс добился безоговорочной победы над Куртом Дойчером, когда закрылся последний избирательный участок на западном побережье. Новый президент заявил, что чрезвычайно рад поддержке, оказанной избирателями его вере в принципы демократии и общественной нравственности. Человечность взяла верх. Один из наших лучших туров. Экзотический Бангкок 15 века, разнообразная флора и фауна, идеальное место для охоты на тигров от турагентства «Сафари во времени». Парень сказал, что если бы победил Дойчер, стоило бы вернуться в 1492 год. «Нет», — ответил бы я, — «бегство мы не организуем». Нам повезло. Дойчер стал бы диктатором в худшем смысле этого слова. Ваш членский билет, сэр. Пожалуйста. И мой чек. Еще не время. Агентство «Сафари» гарантирует, что я вернусь живым? Мы ничего не гарантируем. Кроме динозавров. Это не поддельные фото настоящих животных? Снятые только вчера. То есть 60 миллионов лет назад? Как скажете. Мой тиранозавр. Крупнейший хищник за всю историю планеты. Это мистер Трэвис, ваш проводник. Он покажет вам, куда и когда стрелять. Если прикажет не стрелять, не стреляйте. За ослушание штраф $10,000 плюс наказание по возвращении. Прошу компьютерную карту с личными данными. А вы, оказывается, заядлый охотник. Я горжусь, занимались и браконьерством, убивали слонов. Только в целях самозащиты. Поохотились уже на все на свете? Да, на все. Скучаю. Хочется новых горизонтов, потому и пришел к вам. Выбирайте оружие. Любое испытано и пристрелено. На динозаврах. Это не вы написали книгу «Динозавры, которых я знал»? Сплошной вымысел. Верно. До ныне вы не знали ни одного. Подпишите здесь. Если погибнете, мы за это не в ответе. Наши динозавры голодны. Что? Мы путешествуем в прошлое не в поисках смерти. 6 проводников погибли в прошлом году, потому что у охотников оказалась кишка тонка. Я охотился на все, что есть на земле. Неужели я похож на труса? Мы вернем деньги, если что. Дичь готова? Словно золотая саламандра, восстающая из пепла, старость обращается в молодость. Розы наполняют воздух благоуханием, седина исчезает. Морщины разглаживаются, все и все возвращается к истокам. Прочь, смерть! Идем? Пора.
Смотрите. Вы смотрите? Мы смотрим. Как будто вся стоящая дичь не дожила до наших дней. Отныне в Африке мне будет так же скучно, как в Иллинойсе. А в аду вы не бывали, мистер Реймонд? Пока туда не попадете, не спешите со сравнениями. Я готов. Да уж. Это джунгли, какими они были за 60 миллионов 2060 лет до того, как вы вошли в наш офис, мистер Экклс. Иисус еще не родился. Моисей еще не поднимался на Синай беседовать с Богом. Пирамиды еще покоятся в земле. Ад! Работники сафари во времени намастили вам эту дорожку. Она висит в 6 дюймах над землей, ни травинки не задевая, ни листика, ни дерева. Она нейтрализует ваш вес. Сделано это для того, чтобы вы не соприкоснулись с миром прошлого. Оставайтесь на дорожке. Не сходите с нее ни в коем случае. За падение с нее штраф. И стреляйте только в одного динозавра. В одного? Правительству не по душе эти экскурсии в прошлое. За лицензию мы платим высокие налоги. Ведь машина времени может стать убийцей. Случайно уничтоженная букашка или цветок может разорвать важную связь в развитии вида. Ну и что? Пойдемте. Если мы убьем мышь здесь, все ее потомки тоже исчезнут. И потомки потомков. Раздавив мышь здесь, вы уничтожите сотни тысяч, а может быть и миллионы мышей. Ну и что? Ну и что? Не хватит 10 мышей, умрет от голода лисица. Не съев лисицу, погибнет лев, а вместе с ним пропадет бесчисленное множество других живых существ. Пещерный человек выйдет на охоту, но вы, друг мой, уже раздавили всех его львов. Пещерный человек умрет от голода. У него могло быть 10 сыновей, а у них еще 100 отпрысков. Убив одного человека, вы уничтожите целую расу, сотрете целую главу в истории человечества. Европа навсегда останется непроходимым лесом. Наступите на мышь, и вы оставите на вечности вмятину размером с Гранд Каньон. Так что не сходите с дорожки. По газонам не ходить, значит? Наша жертва помечена белым. Мы уже побывали здесь и отыскали динозавра, который и так погибнет, на него упадет дерево. Мы рассчитали время гибели с точностью до секунды и нанесли отметину ему на грудь. Ее нельзя не заметить. Мы прибудем на место за 3 минуты до гибели динозавра. Мы убиваем только тех животных, у которых нет будущего.
тех, кто не даст потомства. Внимание! Идите до красной метки. Он как будто сообщает нам, что его враг, хищник, где-то поблизости. Вот и он. Боже, какой могучий хищник! Это он так дышит. Один такой вдох, и можно пропылесосить весь Empire State Building. Занимайте позицию. Матерый убийца. Назад вернемся тем же путем. Оружие на изготовку. Вот он. Боже мой! Протяни он лапу, до луны достанет. Две минуты до выстрела. Ваша пуля поразит его ровно за секунду до того, как на него упадет дерево. Но мы должны разыграть все как по нотам. Нет, его никто не сможет убить. Он непобедим. А мы идиоты так рисковать. Заткнись. Я и подумать не мог. В голову не приходило, что он такой огромный. Спокойно повернитесь и назад к машине. У меня ноги не идут. Помните, отметина на груди. Это ваша жертва. Такого раньше не бывало. Я всегда был в безопасности и всегда побеждал. Заберите меня отсюда. Не сходи с дорожки. Не сходи. Боже мой, нет. Стреляйте, стреляйте! Он идет на нас. Нет!
Идите сюда. Сюда, я сказал. Вытащите их. Что? Вырежьте пули. В прошлом ничего нельзя А другие пули? Найдем их и вытащим магнитом. А почему сейчас нельзя магнитом? Слышали? Это идут его приятели. Может, оставить тебя здесь, встречать их? Нет. Убирайся. Добро пожаловать назад. А, вы здесь? Выборы. Кто победил на выборах? Выборах? Каких еще выборах? Президент Дойчер, наш бессменный вождь. Thank you.
Что? За что? За что?